С 13 марта по 10 апреля будет проведен анонимный интернет-опрос. К участию в опросе приглашаются родители учащихся начальных классов образовательных учреждений. Ссылка на опрос располагается в социальной сети ВКонтакте, а также на сайте Общественной палаты Республики Башкортостан. Кроме этого, члены профильной комиссии с экспертами посетят 14 столичных школ, а также выборочные школы в районах республики. На данный момент опрос уже прошли 1186 человек. Мониторинг позволит объективно оценить качество бесплатного питания, организацию безопасности в школах, а также выявить добросовестных операторов питания в нашем регионе.